Наш герой максимально неопытный, или у него сегодня очень плохое настроение? Во-первых, потому что он поехал на направление 1, и во-вторых, ИС-3 проезжает мимо и безнаказанно, потому что наш герой не знает, что можно наносить урон через ворота. Пока он катался и исследовал новую карту, его союзная команда сражалась до последнего и проиграла. Он остался один против пятерых, добивает шотного Т-49, и следом на него влетает снайпер на 44-й пантере, который пока целился, наш герой уже заварил чай. Пульс зашкаливает. Враги вылезают без перерыва, но наш финалист холоден и хочет извиниться перед своей командой и победить. На него врывается Ягдпанзер с мощнейшим фугасным орудием, который за выстрел отнимает 70 хитпоинтов, но наш герой с ним справился. Остается один на один с мастодонтом, тактический ход шахматиста, и наш ВК как зверь в клетке уже ничего с таким решением сделать не сможет.